Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Сила порталов. Так, мы остановились с тобой на этом мире. Так. И нам нужно пройти вот эту вот третью миссию. Поехали. Так, ну что, в принципе, костюмчики меня устраивают вполне. Так, нам надо будет с тобой как-то вернуться в морозный мир и именно с костюмом лавовым, чтобы там растопить проход, как мне посоветовали, по-моему, так. Если я, друзья мои, ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. Ну, а пока мы с тобой летим. Летим и уже прилетели. Так, за кого мы играем? За Лео. Дай-ка я сломаю. Опять эти кренги ползут. Кренга-боты. Так, распетрушили. Так, пицца. Давай возьмем ее по-быренькому. Пицца Пауэр. Хорош. Надоедать нам здесь. Еще сразу же. Вторая заходочка. Кто следующий? Никого? Вон они. Где? Где они? Никого пока не вижу. А-а-а, лавовые чувачки пошли. Так, друзья мои, давай удар делай. Ты бич. Ага, они убили. Не допробили. А если вот так вот? Танцуем. Смотри, они что-то там, ребята. Они слушают музыку. И балдеют. Мы их сделали. Конечно, сделали. Но не добили. Хотя, нет, все нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, давай, давай, давай этого кланфутовца. Все. Так, довольно легко, пока. Что у нас тут? Иди обратно в свой портал. Явился тут, не запылился. Так, с этими справились. Следующий портал, друзья мои, следующий портал. Так, ну-ка. Вот так-то оно будет эффективнее. Так, уходим. Хотел меня звездануть со спины, но не тут-то было. Получай, правильно. Все? Блин, нет, еще один портал. Ну-ка сделаем вот так вот. Все? Хай-я! Станцуем. Пока они там балдеют, мои ребята их разбирают. Все, хорош, хорош, Лео. Двигаемся наверх. Так, а у нас здесь босса не намечалось, по-моему, да? По-моему, нет. Ох ты! Футботы пришли. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Чётенько, все у нас круто. Так, у нас единственное, что нету, это суперударов. Блин, ну Раф, конечно, там наяривает, будь здоров. Ну-ка, станцуем. Такие довольные. Давай, давай, ребята, крошим их, пока они там балдеют. Поехали. В плане? Почему не сработал суперудар? Не понял юмора. Иди обратно в свой портал. Мне нравится быть черепахой. Что-то их тут многовато, по-моему, ребят. Электричеством, правильно, их так вот всех в шок. Правосудие под черепашей. Ребят, по-моему, мы с вами прошли на три капсулы. Раз, два, три. Ха. И это круто. Так, а вот теперь, по-моему, кто-то у нас там будет из врагов. Если каменный воин раскален, то атака на него отнимет здоровье у черепашки. Ого. Это что за новости такие? Если он раскален, блин. Слушай-ка, смотри-ка, здесь будет какой-то мини-босс у нас. Костюмы, костюмы мы оставим такие. Хотя вот в магмовом мире, на самом деле, вот этот вот костюм, который у Рафаэля, он здесь вообще не нужен.
потому что они сами по себе огненные, и поэтому, мне кажется, урон они будут минимальный получать. Именно големы. Футовцы будут получать хороший урон. Так, и готовимся здесь, ребята, к боссу. Так. Давай, давай, давай. Ах ты, я забываю совсем, что они, ребята, землю раскалывают. Ух ты. Это кому костюм? Кто там взял? Дина Воин, интересно. А почему я не могу? Блин, пока он берет этот костюм, мы ничего не можем сделать, прикинь. Ох ты. Ничего себе он там делает. Вот это прыжок. Кстати, ты узнаешь этот костюм? Но он похож приблизительно, да, ребята, из Черепашек-ниндзя легенды, ролевой когда. Только там костюм варвара, а здесь костюм велоцираптора, по-моему, да? Ты откуда взялся такой, а? Шустрый. На-ка вам всем. Замороженная пицца. Ну-ка, давай еще разок сделай. Мне нравится твой удар вот этот. Фух, круто отжигает. Тюх, тюх, так. С этими ребятами нужно разобрать очень быстро. Ну-ка, сыграй. Да куда ж ты? Хотя нормально, все отлично. Ну давай, 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 танцуй там, вон, клан футовец. Вам придется постараться получше, говорят они. Так, а что у нас тут? Ох, вот про этих, наверное, ребята големов тогда говорили. Отходим. Мне нужен суперудар. Поехали. Почему? Блин, почему? Вот мы получаем урон, да, когда его бьем, получается. Уходим. Так, здоровье у нас половина. Твою дивизию. Давай, 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 бомби. Отлично. А теперь станцуем. Такие, да, в плане. Бейте, 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 пока я их тут загружаю музыкой. Нет, еще не добили. Отлично, отходим. Потому что когда они погибают, против, после них остаются вот такие вот лавовые лужи, которые, соответственно, наносят урон. Игра окончена. Да нет. Нас еще поджидает босяра. Вот здесь, скорее всего, из лавы выйдет, да? Этот парень как гора. Наделаем в нем кратовых дыр. А получится ли у нас наделать в нем кратовых дыр? Что-то он собирается там сделать, ребята. Да ладно, так быстро его разобрали. Так, друзья мои, по идее у нас должно быть две капсулы. Да, раз и два. Слушай, ну неплохой результат, если честно. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. Лавовый голем, ну, ребят, нам повезло, во-первых, так, нам повезло его разобрать с помощью чего, ребят? Во-первых, то, что у нас суперудары были готовы, да? Два суперудара ему зарядили, это как бы неплохо. Плюс массовая атака. Угу, пятый уровень. Погнали. Скоро, кстати, на нас будут нападать динозавры. Желтый восклицательный знак означает, что противник готовится к атаке. Но это мы в курсе. Это для меня не новость. Поэтому я ее все время уклоняюсь. Сделаю перекат, чтобы по мне не попали. Воу, вот и ребята, и динозавры. Ничего себе. Да хорош. Так, тихо, я уже думал, что он сейчас хочет ударить. Слушай, он не жесткий. Как его звать?
Я с закрытыми глазами с ним справляюсь. Да нет. Танцуйте, олухи несчастные. Тын-дырин-дырин. Пока они там пляшут, мои черепашки, естественно. В плане, как он вырвался? Не надо. Есть. Фух. Продолжаем, продолжаем бомбить их. Да что ты будешь делать, а? Да, ребят, мы только начали играть, а у нас уже половины здоровья нету. Это плохо. Это очень-очень плохо. Устройство крэнков горит. Нужно его потушить. А как ты его потушишь? Может быть, Донни? Донни, ты сможешь потушить? Потушили, прикинь? Или нет? Слишком просто. Опа. А это что за чудеса еще такие, ребята? Это что за скрытый уровень такой? Интересно. Это, наверное, дополнительный, скорее всего, да? Отражая волны противников, за каждые 5 волн тебя ждет награда. Вау. За каждые 5 волн? Что ты делаешь-то? Лео. Еще и смеется такой. Хихикает мне. Так, волна 2. Так, мне бы суператаку. Поехали. Оки-доки. Ну, куда вы там? А танцевать будем сегодня? Вам, слабакам, далеко до нас, кричит каменный воин. Тыдич. Давай, 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 уходим. Тут главное вовремя отойти. Так, это какая была? Это третья, да? Была волна. А нам нужно 5 волн. Так, четвертая. Да бомби ты их, господи, ну. Так. Смотри-ка, они тоже уворачиваются. Они не просто так стоят. И тупо смотрят. И враги, по-моему, какие-то становятся сильнее с каждой волной. Запинали. Пятая, ребята, пятая волна. Оу-е, вот тебе и оу-е. Пускай танцуют. Иду на таран. На таран ты пойдешь, когда подрастешь. Охламон. Ниже нос, выше рога. А нет, еще. Е. Добиваем этого хламона. Так, друзья мои, мы получили с вами пиццу халапенья. Твою налево, они идут со всех сторон. Нет, здесь мы не выживем, ребят. Их тут дофигища что-то. Этот жив еще, а ты посмотри. Да ё-моё, вот нас и разобрали. На бис. Все. Оу. Результат битвы. Рекорд. Ну, это, ребята, я так понимаю, был просто дополнительный уровень. Нафига нам нужно было брать эту пиццу, там, фигицу? Я не знаю. То есть, вы хотите сказать, что мне придется заново? Ну да, друзья мои. А победа была бы... Это если бы мы с тобой прошли полностью, да? Мы бы получили с тобой вот этот вот костюм, судя по всему. Ладно, будем знать.
Ну, вряд ли мы там, конечно. Как их побеждать там? Каменные големы, там знаешь, что нужно? Там нужно брать костюмы именно, которые тушат водой. Вот они бы там, наверное, справились бы. Так, ну что, где я тут? Ёк-макарёк. Уходим. Уходим, я даже... Ну бомбите, ребята, бомбите этих хламонов. Отведай на вкус моих рогов. Да, конечно, держи карман шире. Твои рога еще на вкус пробовать. Делать что-то больше нам нечего. Так, мы разделились. Челлендж, давай, под музычку. Майки, ты куда пошел? Зашибись. Вот это он подставил. И эти стоят, как дурачки, смотрят, любуются там на него. Есть. Так, эти кланфутовцы еще, оказывается, там то ли звездочки бросают, то ли еще что-то. Давай, давай, давай. Опять у нас половины здоровья нету. Опять. Это я уже где-то видел. В прошлый раз то же самое было. Так, а здесь будут каменные големы, верно? Вон он идет. Туши давай его. Давай, давай, буякаша. Пубух. Вот это сейчас было хорошо сделано. Видишь, он магмом становится. Да отойди ты, Лео, блин. Давай станцуем. Нам где-то нужно взять пиццу, подкрепиться, ребят. Кто следующий? Да вон они идут. Блин, у нас комбо-счетчик уронился опять. Ладно, попытаемся. Уходим! Ай, черепашки, какие же вы тупые, а? Я прям не могу. Не хотят, ребята, они. Бис. Фиг ли, нам этот бис вообще не поможет. Дело сделано. Да уж. Чё? Ага, я уже думал, прошли. Конечно, прошли. Дайте мне что-нибудь перекусить. Ух ты, живые камни. Почему ты радуешься-то? Объясни мне. Вы, конечно, молодцы, но вы не того стали бить. По-моему, нам кранты сейчас будут. Пока я тут музыка развлекаюсь, они сейчас этого не добьют. Они сфейлятся на нем. Куда вы там ушли? Уходим. Так, пиццу. Но это не та пицца, блин. Почему она не восстанавливает нам здоровье? Какой кул, давай бомби кул. Вон там еще один идет, блин, пройдоха. Не надо фейлиться только, ребят, не надо только фейлиться, я вас прошу. Так, ушатали или нет? Так. Может быть, нас это спасет? Остудите свой пыл, ребятули. Фух. Все, Лео, хорош. Нам надо выше идти. Блин, если мы с тобой не захилимся, мы тут долго не проживем. Вот что я тебе хочу сказать. У нас неприятности. Ух ты, это что за пицца такая? А, ну я понял, понял, понял. Это та самая вкусная огромная пицца. Ну вот, чуть-чуть здоровье восстановили. Да, Майки там отжигает. Но это еще не конец. Куда ты поливаешь-то не туда, куда надо?
Да ж сколько у вас тут, а? Вреднюки-то, а? Давай, 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 там танцуй, наяривай. Красавцы. Подошел к колонкам, взорвались. Получил урон. Да, ребята, тут только одна капсула. Но главное, что мы этот уровень прошли. Вот что самое главное. Блин, мне так хочется получить там костюм тот. Но, ребят, ну... Я не знаю. 5 волн за первую пиццу дают. Которая причем не восстановила мне здоровье вообще нисколечко. Так, а теперь у нас босс будет. Вот что я тебе хочу сказать. Да-да-да-да. Босяра, а там уже Рокстеди. Ну что, попробуем его одолеть. Кстати, за победу мы получим с тобой, по ходу дела, костюм. А вот что за костюм? Так, щит мини-босса трицераторов уязвим только для атак одной черепашки. В плане. Для атак одной черепашки? Ну? Да ё-моё, сразу начинается с кого? С офигенного, да? Я же бил на удар, блин, на круговой, чтобы он валялся. Почему это не срабатывает? Объясни. Так, сломали. И тут тоже ничего. Давай музыку. Почему этот не танцует? Он должен танцевать, блин. Вот. Пляски. Отлично. Так, добиваем. Да упади ты, блин. Фью. Какие мы, блин, все-таки слабые, хилые, а? Пицца. Так, что она нам позволяет? Сбрасывать комбо? Ну, упал? Упал. Твою налево. Ну, по-другому просто и быть не может. Поехали. Еще пари там мне. Музычку. Смотри, смотри, там Майки один. Ему никто не помогает. Хотя все переключились. Замечательно. Бейте, бейте, бейте. Ниже нос, выше рога. А вот и они. Сейчас босс же будет, ребят, не забывайте об этом еще. Ну, воз... Опа. Кто-то, друзья мои, получит новый костюмчик. Это для Донателло. Лавовый... А, лавовый костюм. Ну, это понятно, ребят. Чё-то игра начала, блин, подтормаживать. Вот с чего вдруг? С чего ты начала подтормаживать? Это объясни мне. Так, разобрались. Погнали, пока бонус действует. Где босяцкий, я спрашиваю у вас. И бонус кончился, да? Как раз на боссе, молодцы. У него силовое поле и, видимо, с особыми параметрами синхронизации. Красный мой цвет, так что только вперед. Ага. То есть это только для Рафаэля? Так, пускай танцует. Или боссы не танцуют. Похоже, что боссы не танцуют. А нет, пляшет вроде бы, ребят. Он танцует. Уходим. Твою налево, блин. Силовое поле только для одного. Смотри, что творит.
Воу-воу-воу, вон он что делает. Свои базуки бомбит. Так, отходим. Так, Лео, давай, жги. Пускай пляшет. Ну? Изи. Фу, друзья мои, мы его пробили. Было сложно, на самом деле, но... Музыка, ребята, оказывается, под музыку даже боссы танцуют. Это меня радует. Так, ну что, где там у нас Рокстеди? По-моему, еще два хода. Ой, два хода. Два боя нужно сделать, и уже будет Рокстеди, да? Получается так. И это был мини-босс Трицератонов. Вот так вот. Ну-ка, смотрим. Ух, нет, ребята, еще... Еще два уровня надо. Так, я вот не знаю, может быть, нам все-таки поменять лавовый костюм? Хотя он мне очень нравится, на самом деле. Ладно, оставим. Поехали. Я хотел взять именно этот, с водой, чтобы тушить. Береги силу черепах для больших групп противников. Так, а как ее беречь, если по тебе, если удар делают, он сбивается? А, или он про супер удары, ну это да. А вот это вот, который комбо-атаки... 50 набиваешь ударов, да, у тебя она накапливается. Но если по тебе удар хотя бы один ты пропустишь, все, ребята, обнуляется сразу же счетчик. Так, мир магмы 7. Ну-ка, кто у нас тут? Да что за подтормаживание вот эти вот, скажи мне, в игре. Блин. Ты серьезно сейчас? Так, подожди, мне нужен Лео. Зачем я переключился на другого? Уходим. Уходим, блин, говорю, Лео, блин. Стоит, как всегда, мямлет, блин. Там же явно было видно, когда значок появляется, что надо отбегать. Меня бесит вот эти вот торможения. Вот серьезно тебе говорю, просто бесят. У нас уже здоровья нифига не осталось, блин. Игрочишки, блин. Там он еще один идет. Ты спекся, говорит. Не, ну это бесит. Фризы вот эти вот просто бесят. Ну сделай ты супер удар-то, господи свой. Достанут. Просто в корень достанут. Все, запинали, молодцы. Я не понимаю, блин, почему их так дофига-то. Еще один каменный воин пришел. Еще, друзья мои, один каменный воин прибежал. Вам, слабакам, далеко до нас. Да иди ты знаешь куда, слабакам. Куда ты музыку, блин, врубил? Не в ту сторону немножко. Блин, здоровье у нас просто тратится, офигеть как. Ну и что у нас тут? Портал. Падайте. А они у нас могут стрелять, по ходу дела, да? Могут, конечно же. Уходим. Блин, здоровье совсем никуда не годится. Еще портал. Сдавайтесь, или вас дезинтегрируют. Иди ты знаешь куда. Дезинтегрируют нас, конечно. О, да. Бу-бух. Донни, молодец, красавчик, конечно. Давай, давай. Ты с двух сторон запинали. Еще непоправимая ошибка, о чем вы говорите? Офигенно.
Да что ты, уходи, блин. Есть. У нас очень мало ребят здоровья. Допинали? Молодцы. А это еще не конец, оказывается. Гоу-гоу-гоу. Какой гоу-гоу-гоу? Ты посмотри на наши хп. Гоу-гоу-гоу. Если сейчас срочно не возьмем, чтобы пиццу или еще что-нибудь в этом роде. А нам ее и не дадут. Типа перебьетесь, да? Ну-ка, музычку. Трындец. Вот тебе и музычка. А музычка недолго играла. И нам нужно еще дальше идти. И что у нас тут? Порталы, друзья мои. Музон. Так, активируем, активируем все бонусы наши, которые у нас есть, которых у нас нету. Е, хорошо, вот сейчас вы хорошо, ребята, потрудились. Ух, прикинь, он с разбега, ребята, нас всех наказал. Так, ну что, друзья мои, мы, наверное, с вами на этой ноте закончим, да? Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим. Никуда они от нас не уйдут. И костюмчики, наверное, все-таки придется поменять. 7-8, и тут у нас уже будет сам Рокстеди. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.